К другим новостям. Сегодня в первой половине дня пожарные муниципия Кишинев получили вызов из сектора Буюканы. На улице Каля Ешелур загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажного дома. Звонок в службу 112 поступил в 11:23. Пожарные сработали оперативно и потушили возгорание менее чем за полчаса. В результате пожара пострадало несколько балконов соседних квартир. О пострадавших не сообщается. Соседи говорят, что пожар начался из-за работ на крыше здания. Соседка по этажу, вызвавшая службу 112, рассказала нашей съемочной группе, что узнала о пожаре, когда к ней в дверь настойчиво постучали. Ребята чинили крышу, понимаете как. И они оставили меня на ночь, лестницу попросили, там они вчера начали. Вот вам пришли, забрали, чинили крышу, вдруг позвонили, стали звонить как по сумасшедшему. Что такое, я спросила, говорю, что я не могу быстро ходить. Быстро попросили воды, говорит, там пожар. Вот и все. Мы когда посмотрели, увидели, вызвали, и все. Соседка по этажу, вызвавшая службу 112, рассказала нашей съемочной группе, что узнала о пожаре, когда к ней в дверь настойчиво постучали. Один из полностью сгоревших балконов имел выход в спальню, где мы увидели кроватку для ребенка. Соседка говорит, что уже несколько дней не видела арендатора квартиры. Очень темный дым был, много дыма, но люди все испугались. Что говорить? Все испугались. Слава Господу Богу, что никто не пострадал. Мы видели, что в той квартире был Дети? Детская кроватка была. По-моему, сейчас она уехала в деревню к родителям. Я детей не видела пару дней. Они недавно переехали. Я здесь живу давно. Они недавно переехали. Я только так, знаете, здрасте, до свидания. Но то, что никто не пострадал, слава Богу. Администратор дома говорит, что в этой квартире живут квартиранты, а сами владельцы находятся за границей. Работы шли на крыше, и с крыши загорелся балкон. Он очень быстро загорелся. Огонь также перекинулся на квартиру 109-ю, и оба балкона сгорели полностью. Третий этаж тоже пострадал. Я не пострадала, потому что у меня балкон закрыт. А кто жители квартиры? На самом деле владельцев нет в стране. Они арендаторы, но у них пострадали две квартиры. Пожар тушили 5 расчетов спасателей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Молдова. На месте пожарные установили, что пламя охватило и две соседние квартиры. Пожар был локализован в 11:26. Полностью потушить пламя удалось в 11:46. О пострадавших информация не поступала. Причину обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.